В этом чемодане 16 икон, которым больше 100 лет. Пока они опечатаны, но как только улажены последние формальности и подписаны все документы, иконы наконец достают. Почти все они представляют историческую ценность. Одна из них имеет музейное значение. Экспертизу проводили порядка 2 месяцев. Непосредственно специалист, который проводил оценку, изучал. И материал, из которого изготовлено, давал оценку времени. То есть это конец 19 века, начало 20 века. Процедура довольно-таки емкая. Путь до духовной семинарии у святынь был непростым. Их нашли во время обыска у преступника, которого осудили на 8 лет за вооруженный разбой. А вот как иконы попали к нему, остается вопросом. Важнее, однако, то, что сейчас они обрели подобающее место хранения. Эти исторические ценности не только имеют культурное значение, но прежде всего и духовно-нравственное. Это наша православная с вами вера. И поэтому сравнить с чем-то просто невозможно. Я еще раз сердечно всех благодарю за эту великую акцию. Иконы изготовлены в разных техниках. В коллекции есть образы Николая Чудотворца, Иоанна Богослова, икона 12 праздников и Воскресения Христова. И теперь все они хранятся в Самарской духовной семинарии. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.